Заценим, что ж нас принес сегодня на прослушивание Максим Валерьевич. Так, ну, чехол вижу добротный, прям вот уже прям сразу прям видно, что внутри что-то прям очень ценное. Прям. Что-то очень ценное, и это... Вау! Вау! Это просто динозавр вообще, блин. Вот это да! Опыт игры на советских инструментах, сделанных в СССР, у меня такой опыт был, да. Это даже сейчас не вспомню. На Урале играл, да, но это был не мой Урал. Мы ходили на студию, у нас была студия в Братеево. Вот, и мне там все время посчастливливалось, так сказать, играть на Ялане Диамант. Вот это, конечно... Инструмент супер, то есть со своим звуком, своим характером и почти Les Paul. Так, ну а что касается этой гитары, да, по внешнему виду, да, тут, конечно, идея прикольная. Видно было, что люди, так сказать, подзаморочились. И, в принципе, да, так она довольно-таки сделана аккуратненько, то есть не топорно. Но что меня вот доставило неудобство, это вот расположение датчиков, что медиатор все время цепляется за них. Ну и здесь уже видно, да, что как бы, так сказать, вот... Средний датчик, вот он прям больше всех покоцан, видимо, из-за того, что все время по нему люди цепляли. Вот. Гриф по толщине и по ширине, в принципе, удобный, но единственный минус из-за того, что... Да это даже не минус, да это даже косячина даже, потому что на верхнем порожке пропилы... Видимо, как, наверное, Бог, наверное, на душу положил, так и, наверное, и сделали. Вот, потому что они неровные. Они, видимо, наверное, под другие струны сразу заточены. Вот, и из-за этого струны друг к другу очень близко. И, ну, мне играть неудобно, потому что я привык все-таки играть на чуть-чуть грифах пошире. Да, вот у меня, у самого сейчас, я вот играю очень мне нравится играть на Музиме Делюкс.
25-й юбилейной серии. Вот у нее гриф, да, вот у нее пошире, потолще, и там расположение струн друг от друга побольше. Поэтому я вот к этой гитаре немножечко не привык, но это, я думаю, так сказать, дело привычки. И если, конечно, вот переделать верхний порожек, то, в принципе, инструмент звучит на чистом звуке. Очень прикольно. Очень прям по-старому чину, благородно по-старому. Вот. С перегрузом тоже, в принципе, справляется. Фона практически никакого нет. Дисторшн не фонит. Компрессор добавляет немножечко ей чуть-чуть красочки. Да, чистый звук очень приятный, хороший. Так что, если бы не вот расположение датчиков и не косяк с верхним порожком, то, в принципе, инструмент, я бы с таким, честно говоря, выступал бы, наверное, потому что одна форма тут чего стоит. Такая вот, даже не могу сказать, на что похожая. Уникальная гитара, да. Конечно, ни о каком трэш-металле тут, конечно, речь не идет, потому что не для этого она создана и создавалась. Вот. Это гитара для того, чтобы на ней, да, играть какие-нибудь баллады лирические. Ну, для блюза она не такая уж и... У нее жирный звук, у нее все-таки... Она более какая-то верхастая немножечко. Тут звук немножечко мутноватый. Хотя... В общем, на ней можно... Ну, что на ней можно играть? Ну... Песни Виа 70-х. Самое оно. Добавим еще силы. Thank you.
почему я не... А, вот, я понял, что ж я все время промахиваюсь-то. Разметка ладов здесь, конечно, хитро вздрюченная, потому что вот обычно, так сказать, вот та точка, что здесь находится на 10-м ладу, она должна быть на 9-м. Она здесь находится на 10-м. И из-за этого, блин, сейчас. Вот, вот, блин. Во, вот теперь попал. Педалборд, значит. Я решил собрать его из педалей фирмы Boss. Вот, потому что, на мой взгляд, это такой вот очень хороший такой вот середнячок. Вот, фирма очень, ну, так, довольно-таки старая, известная. И у них в линейке очень большой выбор всяческих педалей. Вот, что у меня здесь присутствует? У меня здесь компрессор CS3, акустик-симулятор. Хотя не знаю, для чего я его купил. Честно говоря, я им пользовался один раз или два на концертах. Вот, поэтому он редко пользуюсь, только в крайних случаях. Бустер, он же фидбэкер. Тоже очень хорошая, очень полезная вещица. Супер овердрайв SD1 и классический дисторшн DS1. Также тремоло педалечка, гармонайзер PS6, очень хороший, с очень большим, так сказать, выбором функций. Вот, фленджер. Дилей DD3, и вот самая прикольная педалечка, это эмулятор старого фендеровского пружинного ревера. Вот, Boss, она сделала эту педалечку вместе с фендером. Вот, и очень хорошо симулирует пружинный ревер. Вот, ну и еще, собственно, вот квакушечка Dunlop Crybaby. Тоже, так сказать, одна из первых их моделей. Вот. Это не самая дорогая, но, по-моему, самая вот оптимальная. Она как раз именно вот подходит для моего стиля, для всяких таких вот около фанковых, около роковых дел. Так что так. С вами был Алексей Широков. Подписывайтесь на канал «Шестиструнные бабули». Всем рок!